Здравствуйте, дорогие друзья, родные и близкие. Я сегодня залез в гараж и нашел случайно такую вещицу. Вот, и решил попробовать. Ни разу я не использовал эту вещицу. Ну, сейчас попробую, сейчас покажу вам, что у меня есть. Вот. Видите, вот такие вот я лыжи откопал. Блин, долго их выковыривал. Вот у меня вот такие башмаки есть. Вот они. Сейчас я попробую шлепнуться пару раз. Ну, главное так шлепнуться, чтобы до дома смог дойти. Так, сейчас одеваю. Так, что у меня еще есть? Вот такие палки еще есть у меня. Вот они. Ой, ребята, это было бы здорово, если сейчас у меня получится. Потому что здесь у нас парк для лыж. Кататься на лыжах. Но сегодня что-то они не сделали, дорожки лыжные. Но еще старые остались. Сейчас посмотрим, что получится. Ну вот, ребята, это продолжение видео. Вот они, лыжи. И вот такие башмаки у меня, да? Сейчас теперь задача, блин, мне их туда вставить. Как-то они должны пристегиваться. Я еще ни разу не пристегивал. Ага, здесь вот так. Видите, вот такая. Здесь, а что здесь вот так? Раз. А, фиг не пристегнул. Ах ты. Надо еще уметь. Они прям так, наверное, просто вот так хрест. И должно застегнуться. Сейчас попробуем. А, все, поймал. Застегнулся. Так, второй. Второй. Так, да. Второй надо. Нет, не поймал. Так, так. Как там надо пойматься? А, все, поймал. Все. Все, ребята, я готов. Беру вот эти штуки. Ну вот, сейчас попробуем камеру вот так сюда поставить. И вы посмотрите, как я шлепнусь. Сейчас, блин, получится, нет, сейчас, если она не отключится. Так, где она у меня здесь? О, беда какая. Так, сейчас, блин, тут у меня всего накручено. Так, все, вроде. Сейчас мы ставим ее вот так. Все, вот так. Все, поехали. Так, ребята, поехали. Все, беру палки. Вперед. Ой. Так, все, сюда. Все, пошли. Я на таких лыжах еще ни разу не катался. Это лыжи, хрен его знает. Так, все, поехали. Поехали. Да. Нет, на них шлепнешься. 6 секунд. Так, а куда я собрался, блин? Ага, так, все. Что-то я не туда поехал. Так, мне вон туда надо. Угу. Так, все. Ага. Хм. Прикольно. Да. Сейчас точно шлепнусь. Все. Есть. Готов. Шлепнулся. Все, ладненько. Первое падение. Ребята, все, вроде все целое. Ноги целые. Руки целые. Ладно, поехали дальше. Так, еще раз продолжение моего видео, как я катаюсь на лыжах. Я что вспомнил, ребята, самое прикольное то, что я вспомнил, что я на лыжах никогда не катался. Я только один раз в армии, помню, на каких-то лыжах мы ходили по кругу. И один раз я прокатился на горных лыжах, но там ботинки специальные. Я тут нехорошо проехал и вроде не упал ни разу. А эти лыжи другие. Ну вот сейчас я попробую еще раз заснять, как я. Я уже два раза шлепнулся, наверное. Уже кажется. Так, сейчас еще раз попробуем проехать вот здесь вот. Сейчас я опять телефон попробую установить. Вот сюда. Вот если он сам не отключится, может что-то засниму. Ну вот так. Все, палки у меня шлепнулись.
Так, сейчас мы палки достанем. Вот они. Так, и вот с такой надо начинать, с маленькой горочки. Надо на практику. Попрактиковаться надо, а чё ж я сразу поехал. И там шлепнулся на большой горке, сейчас тоже шлепнулся. Здесь, оказывается, он не так-то просто на этих лыжах кататься. Видите, они какие-то странные, эти лыжи. Вот даже на маленькой горке и то. Но здесь, оказывается, надо немножко попрактиковаться. Вот, все, съехал. Хорошо. Так, ну, что-то у меня начинается азарт появляться. Может, и покруче хочется залезть. Ну, ладно. Так, ребята. Все, я сюда доехал. Там дальше высокая горка. Юра оттуда съезжал. Мой сын Юра. Оттуда с этого на доске съезжал. Вот. Как он, скейтборд называется? Или как он там назывался? На борту в этом съезжал. А я отсюда съезжал. Нет, не съезжал я отсюда на лыжах. Не помню даже, уже давно. Давно дело было. Чай не молоденький. Так, ну посмотрим сейчас. Так, все, ребята, короче, природа обалденная. Погодка у нас классная. Все, красота, солнышко светит. Как говорится, слава Богу, и вам всем здоровья. Как говорится, всего самого хорошего. Пока-пока. Так, продолжение моей тренировки сегодняшней на лыжах. Вот такая красота. Вот. Все, я накатался, у меня получается. Все хорошо, довольный. Вот эти все трассы я уже прохожу. Дошел вот до вот этой лавочки. Вот. Здесь присел. Значит, что случилось у меня, ребята? Не поверите. У меня лыжа. Подошва оторвалась. Видите? Все вот на вот этом башмаке подошва оторвалась. Вот это да. Теперь мне придется вспомнить свои сапожное мастерство и зашить его. Так вот шпагатом зашью. И все, и он никуда не денется. Ту и ту надо, и будет эту тоже зашить. Кто его знает, может и это отклеится. Ну, короче, вот такой прикол. Сегодня у меня весело. В общем, получилось. Путешествие, разминка. Вот, все. Ну что, ребята, на этом я заканчиваю свой репортаж из нашего парка. Летом здесь тоже красиво. Здесь я яблоки как-то снимал, много чего снимал. Оленей снимал, индюков снимал. Всего вот столько много видосиков. Так, ладненько. Всем пока.